Código Lyoko. Locura transitoria. Я почти зажгала, что немного отвлечен разговором с Люсьен. Да, Люсьен. Я люблю давать имена монстрам, прежде чем разорвать их до атомов. Лазерная стрела. Мне не следовало так говорить, Люсьен. Ты мог бы давать своим вещам немного больше внимания. Элита, я пытаюсь найти данные о Франции Поппере, но без доступа это может занять немного больше времени. Монстры на 10 часов. Джереми, как там дела? Потому что здесь для нас становится жарковато. Мне еще не хватает данных, чтобы определить местоположение Франции Поппера. Мы должны продержаться чуть дольше. Легко сказать. Подожди, я пытаюсь войти в подсистемы. Сколько у нас очков жизни? Не очень много, еще один выстрел манты и игра же у тебя закончится. Тебя это тоже касается, Ульрих. Прошу на мой борт. Раймонд и Вет, возвращайтесь немедленно. Вот, заканчивай с этими именами. Почему мы не виртуализировались? Лазерная стрела! Вы в порядке? Все целы? Похоже, что да. Две великолепные ноги, стройное тело, две изящные руки и отличная голова. Подготовимся на месте. Джереми, что это было? Понятия не имею. Я должен проверить квантовую последовательность и отследить все аномалии на уровне метаданных. Может, переведешь Эйнштейн? Он должен провести полную оценку. Ну нет, не сейчас. Напоминаю вам, что у нас осталось 5 минут. Черт возьми, я совсем забыл. Шарден убьет нас. Верните наши деньги! Верните наши деньги! Верните! Поляков имени британской королевы! Как можно вернуть деньги за бесплатное шоу? Это уже слишком детки, вам не помешает немного уважения. Театр священен. Я знаю, о чем я говорю. Однажды я сам написал акт пьесе. На самом деле это была не одна сцена. Правда? О чем она была? Я предпочитаю не говорить. Ну, наконец-то, вы здесь, все по местам, быстро! Мистер Шарден, что заставило вас выбрать именно Сирана де Бержерак в этом году? Элегантность текста? Крик последнего романтика о любви, наверное, желанием привить немного романтизма? Отсутствие средств. Мне пришлось использовать прошлогодний костюм Ромео и Джульетты, а также я должен был найти еще одну сцену с балконом. Так что Сирана. Ясно. Роксана? Кто звал меня? Да, Кристиан. Ваши слова остальные решительны, так почему же? Так тяжело в ночи искатель на ощупь ваше ухо. Но пока они есть в моем сердце, представьте, насколько велико оно и как малы ваши уши. Imaginaos cuán grande es mi corazón y qué pequeño es vuestro oído. Al descender de un bello pedestal, vuestras palabras caen en la luz, pero las mías deben entrar. Señora, necesito más flechas láser.
Ваши последние слова сказали мне, что научились подниматься они сами. Легкость чувствую я, говоря об изменении высоты. Конскрилаты против. Лишь люди до сих пор, что против высоты, которая имеет больше стрел. Терн де ла Робия, что это за бред? Подождите, вы не видите новый подход? Модернистский подход на полпути между детской и дерзостью и смертельным балансированием. Держи это, краб. Ульрик, мне досталось. Суперспринт! Прекрати, ты и так много на себя берешь. Думи, чем ты занимаешься, благодаря тебе я упустил мегатанка. Вот что с тобой? Подвинься, Элита, я вижу краба. Вы переходите границы. Если не остановитесь, вы оба попадете на дисциплинарный совет. Мистер Белмос, он сейчас не в своем обычном состоянии. Джереми, у Зены сломался жесткий диск. Краб говорит голосом директора. Вот, берегись, блок на 4 часа. Блок? Ты с ума сошел, Стерн? Вы позвоните скорую, Стерн и Долорогия совсем свихнулись. Джереми, зареги меня, здесь два тарантула, они атакуют. Вы попали в новую ловушку Зены. Вот куда приводит трата времени за видеоиграми и глупыми сериями мультфильмов. Репетиции отменяются. Вот прав, они застряли в ловушке Зены. Идите в больницу, а я постараюсь понять, что происходит. Вы дали им успокоительное? Рассказывайте, какие у вас проблемы. Кошмары? Бессонница? Pesadillas. Noches sin dormir. Problemas en el colegio con vuestros padres. Chúpate esta maldito bloque. Старый блок. Старый блок. Maldito bloque. Muy interesante. Оставьте его мне. К твоему сожалению, у меня 10-й дан айкидо. Джереми, Зена действительно является причиной поведения Ода и Ульдиса. Единственный способ вернуть их в реальную жизнь, послать обратно на Леока через путевую башню. Там я запущу программу, которая защитит их психологическое восприятие. Очевидно, наша задача вытащить их из больницы. Молодец. Здравствуйте, мы хотели бы увидеть Ульриха Стерна и Ода де ла Робия. Невозможно, они находятся под наблюдением и посещения запрещены. Спасибо большое, простите нас. Что будем делать? Спокойно. Слушай, эти два молодых человека из 237-й борются против невидимых противников. Они называют их блоки, мегатанки или даже Зена. Откуда они взяли такие сумасшедшие имена? Что вы думаете, профессор Фрейлион? Мои подростки. Номер палаты 237. Оставь его мне. Ой, простите меня. Я могу вам помочь? Я ищу свою палату. 216. Пойдем со мной. Аэлита, осторожно, крабы! Какие крабы, которые нас окружают? Силовое поле. Минус один. Отлично, этот краб слишком ко мне прилип. Может быть, он влюбился в меня? Вот твоя палата, 216. Спасибо, это очень любезно, партию в Йокари. Я видела активированную башню, идите за мной. Хорошо, мы прикроем тебя. Кто выиграет, примет лекарство другого, что скажешь. Нет, спасибо, в другой раз, хорошо? Если ты не играешь в Йокари, то что ты делаешь в моей комнате? Убирайся, и я сообщу администрации. Юми, мы ждем тебя, чтобы идти к активированной башне. А, да, конечно, скорее к активированной башне.
Ладно, я надеюсь, что это сработает. Остановите их, не позволяйте им. Блок, он нашел нас. Быстрее. Алло, это полиция? Только этого не хватало, ядро атаковано. Ну же, возьми трубку. Да, Джереми? Да, мы идем. Дженна атакует ядро Лёка. Надеюсь, они прибудут вовремя. Давайте, башня уже близко. Сюда. Уходите, этот мегатанк мой. Ульрих, нет! Что этот безумец делает? Расскажите, каково это быть героями вечерних новостей? Отлично сработано. Чем они там занимаются? Наконец-то у ядра остался только один щит. Джереми, ты не мог бы послать мне ультраборг? Я начинаю зарабатывать усталость от галопа. Как мы заманим их с камеры? Это не потребуется, вы на месте. А теперь войдите в путевую башню. Ладно. Отлично, Джереми. Трансферот. Трансферулис. Трансферюми. Канрос. Канрулис. Канрюми. Виртуализация. Тут совсем никого. Наверное, обед. Да. Твой черед, Элита. Трансфер Элита. Камера Элита. Виртуализация. Становится все хуже и хуже. Сейчас они думают, что они в школе. Элита, отведи их в путевую башню. Я иду к ядру Лёка. Хорошо. Пошли обедать. Я голоден. Прямо по курсу приемная комиссия. Будь внимательна, Элита. О, нет. Поверить не могу. Ищи, у тебя плохое настроение? Сломала весы утром? Нет. Что это? Они запечатали сети с ее приятелями за стекло или что?
квартиры, меня на крови сектора. Пришлёшь мне такси? Конечно, белый лимузин через минуту. Какой идиот толкнул меня к сети? Силовое поле. Система Голосфера подключена. Вера, меня на месте. Вижу, отсчет пошел. У тебя меньше минуты, чтобы найти ключ. Хорошо. Силовое поле. Силовое поле? Ты думаешь, что мы на Лёха? Меня кто-то укусил. Поторопись, Юми, осталось 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Отличная работа, Юми. Иди к внешнему ядру. Уже в пути. Отправлю тебе ультраскоп. Сюда, быстрее! Нет, столовая находится там. Так, слушайте меня, вы оба. Теперь вы будете выполнять то, что я скажу без вопросов, ясно? Ясно. Ясно? Джереми, я на месте. Ходите сюда, без обсуждений. Сэр, здесь, сэр. Надеюсь, что это сработает. Посмотрим, что из этого выйдет. Как вы себя чувствуете? Неплохо, но что мы делаем в сетевой башне? Верно, вроде мы не должны быть в столовой. Я объясню позже. Вера, не сработала. Да, мы ее бросили в опасности. Верни, я думаю, мне пригодится помощь. Она в пути, от и Ульрих уже близко. Торопитесь, Юми нужна ваша помощь. Юми, последний щит практически уничтожен.
Я делаю все, что могу. Внимание, ядро больше не защищено. Если в него попадет хоть один выстрел, Йока исчезнет, и вы вместе с ним. Сказочно. Нет! Да! Отлично, ребята, пора вернуть вас. Ну что? Как это что? Лазерная стрела? Просто шутка. Очень смешно. Счастье для нас, пока одни дурачатся, другие работают. Ладно, возвращаемся в прошлое. Я говорю о истинной слов в высоте. Мне кажется, я говорю впервые. И голос у вас другой, вы так не говорили? Да, верно, ночь темна, лесок цвет... Стоп. Это неплохо, но не совсем... Вам не хватает... Как сказать, трахи? Нет, немного... Немного холодных закусок. Нет, свет. Да, но я не это... Прикосновение безумия. Точно, безумие. Именно его.